Так, 17 августа 2024 год. Приближается полнолуние, но не знаю, как будет с погодой. Аристарх кратер. Ну, луна только-только поднимается над горизонтом. Так что еще довольно плохенько видно. Ну, то есть через плотные слои атмосферы смотрим. Ну, пока есть возможность, снимаю. Зато безветренно практически. К сожалению, я пропустил ее сближение Юпитера с Марсом. Ну ладушки, хорошего пока.